Глава Ингушетии провел рабочую встречу с руководителем ФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по СКФО Дмитрием Поляничевым и руководителем Роскомнадзора по региону Асланом Калоевым. С представителями Роскомнадзора были обсуждены профильные вопросы, требующие особого внимания в связи с проведением спецоперации в Украине. Поляничев отметил, что у руководства управления Роскомнадзора нет замечаний к работе территориального управления в Ингушетии. Калиматов поблагодарил за рабочий визит и отметил, пока идет спецоперация, надо быть настороже. Все негативные вещи, которые проецируются сегодня на Россию, надо нивелировать незамедлительно, чтобы они не путали мысли людей. Также он попросил обратить внимание на проблему, связанную с плохим качеством связи в некоторых районах региона. У нас беда в чем? Это на приеме жителей на встречу говорят о чем? Вот в этой части, я не знаю, полномочия в этой части, насколько у вас эффективны? У нас покрытие или количество гаджетов социальных сетей, да, всех этих. Больше, чем население. Нагрузка идет. Ну, конечно, нагрузка. Да. Но целые районы, а я передвигаюсь, выезжаешь тут буквально там 10-15 километров, и все теряется. И ждешь, ловишь там, почему там от Кантышева перекрестка до Нижних Очелков вообще ничего. Вот, то есть платят-то платим, а услугу, поэтому вот эти вот все операторы, да, они, я не знаю, можно ли анализ провести, потому что им, конечно, выгодно, они там, надо 20 вышек, они поставили одну или пять, я не знаю, я просто утрирую, но такие, ну, в Жайрах заезжаю, все, а там ехать час, два, три, я должен постоянно связь, а у меня ее нет.